Полдень. Оживленный перекресток Молодежный и Юбилейный в Новополоцке. Сегодня за движением транспорта здесь следят сотрудники госавтоинспекции. В поле зрения – выполнение водителями требований акции «Внимание, дети», которая стартовала в Беларуси. В эти дни предусматривается обязательное движение транспортных средств в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. И так передвигаться до 5 июня. Тем, кто не поддерживает акцию, грозит предупреждение или штраф до 3 базовых величин. Включенный свет фар – не единственное, что проверяют госавтоинспекторы. На контроле – скоростной режим, выполнение правил перевозки детей, да и в целом состояние водителей. К слову, профилактические меры ГАИ усилит в ближайшее время. С целью предупреждения детского травматизма в преддверии летних каникул 27 мая по всей республике пройдет единый день безопасности движения «Сделаем лето безопасным вместе». С начала года на территории Витебской области в 7 ДТП пострадали 7 несовершеннолетних. Поэтому посыл всех проводимых мероприятий один – предупредить детский дорожно-транспортный травматизм.